Всем привет! В этом видео я расскажу, как подключить телефон к телевизору. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Существует несколько способов для подключения смартфона к телевизору. Некоторые из них способны превратить устройство в полноценную смарт-приставку, другие же позволяют запускать только конкретные медиафайлы. В первую очередь нужно будет определиться, для чего вам это нужно, а потом уже выбирать один из способов подключения. Это может быть просмотр фото и видео с вашей камеры, просмотр видео из интернета или же для вывода изображения экрана смартфона на экран телевизора. Далее в видео мы разберем все возможные способы подключения телефона к телевизору. А начнем мы с самого простого способа подключения с помощью USB. Этот способ позволит использовать мобильное устройство как флеш-накопитель, но воспроизвести, скорее всего, получится лишь медиафайлы, хранящиеся в памяти телефона, такие как фото, видео и аудио. Для подключения вам понадобится телефон, USB кабель и телевизор с USB портом. Далее просто соедините телефон с телевизором с помощью кабеля. Выберите на телевизоре в качестве источника сигнала USB порт. Для быстрого выбора нажмите кнопку Source на пульте дистанционного управления. Возможно, потребуется подтвердить режим подключения на телефоне. После чего на экране должен отобразиться список папок или файлов, которые распознал телевизор. Список файлов будет зависеть от возможностей устройства. Следующий способ подключения телефона к телевизору через HDMI. Для этого способа вам потребуется совместимый с телефоном HDMI кабель или специальный адаптер. Этот вариант позволяет использовать телевизор в качестве внешнего дисплея во время игр, просмотра фильмов и серфинга в интернете. Картинка с мобильного устройства будет дублироваться на экран вашего телевизора. На телевизоре будет отображаться все, что происходит на экране смартфона. В зависимости от разъема телефона для подключения понадобится соответствующий адаптер или кабель. С одной стороны на нем будет HDMI разъем, а с другой microUSB, USB Type-C или Lightning. В режиме трансляции изображения устройство быстро разряжается, поэтому обычно на адаптерах есть разъем для подключения зарядки. Перед покупкой такого адаптера убедитесь, что ваш смартфон поддерживает вывод изображения через него. Для подключения соедините с помощью кабеля смартфон и телевизор. Если это адаптер, подключите его к телефону и соедините устройство с помощью HDMI кабеля. На телевизоре выберите в качестве источника сигнала соответствующий разъем HDMI. После этого изображение автоматически появится на телевизоре. Если этого не произойдет, измените настройки экрана в смартфоне. А теперь разберем, как подключить смартфон к телевизору без всех этих кабелей. Следующий способ подключения через Wi-Fi Direct. Для этого лишь понадобится телевизор с поддержкой Wi-Fi Direct и телефон, на котором установлен Android не старше 4 версии. При таком подключении мобильное устройство и телевизор соединяются по Wi-Fi напрямую, без участия роутера. Телевизор в этом случае выступает в роли точки доступа, к которой подключается смартфон. И вы можете передавать на большой экран медиафайлы, используя стандартное меню «Отправить». Для подключения на телевизоре откройте настройки сети и здесь включите функцию Wi-Fi Direct. Затем на смартфоне откройте настройки Wi-Fi, расширенные настройки Wi-Fi Direct. Далее начнется поиск доступных устройств. После выберите свой телевизор из списка. Для вывода фото, видео или аудио воспользуйтесь меню «Отправить» на смартфоне и выберите ваш телевизор в качестве устройства вывода. Следующий способ подключения через DLNA. Для этого способа уже понадобится Wi-Fi роутер и телевизор с поддержкой функции DLNA. На этот раз соединение происходит через роутер. При этом телевизор может подключаться к домашней сети как через кабель,
так и через Wi-Fi, а смартфон соответственно по Wi-Fi. Функция DLNA позволяет просматривать на большом экране медиафайлы из памяти мобильного устройства. Итак, сперва убедитесь в том, что телевизор и телефон подключены к одной и той же сети. Затем откройте меню настроек телевизора и активируйте функцию DLNA. На смартфоне перейдите в галерею и откройте нужный медиафайл. Затем кликните по меню и выберите здесь «Транслировать», а затем выберите свой телевизор из списка. Для расширенных настроек и трансляции файлов из других программ установите приложение Media Server из Google Play. Могу посоветовать одно из самых популярных в своем роде – Bubble App NP. Если вы являетесь обладателем iPhone и приставки Apple TV, следующий способ как раз для вас. Самый удобный способ подключить iPhone к телевизору с помощью медиаприставки Apple TV, а фирменная функция AirPlay обеспечит передачу контента на Apple TV по воздуху. С ее помощью вы сможете проводить презентации, просматривать фото, видео и даже играть. Итак, как же настроить такое подключение? В первую очередь нужно подключить iPhone и Apple TV к одной сети, затем открыть пункт управления на смартфоне и нажать «Повтор экрана». Ну и наконец, выбрать Apple TV из списка. Вот и все. После этого вы видите на экране телевизора изображение со смартфона. Следующий способ подключения через Miracast. Для этого способа вам понадобится телевизор с поддержкой функции Miracast или же специальный адаптер к нему. Наподобие этого, технология Miracast тоже предназначена для зеркалирования экрана мобильных устройств на телевизор и работает аналогично AirPlay. На Smart TV она поддерживается из коробки, а с помощью специального адаптера ее можно добавить в любой телевизор с портом HDMI. Если у вас Smart TV, для подключения просто откройте настройки сети и включите эту функцию. Затем на смартфоне откройте настройки, экран, дополнительные функции, беспроводной дисплей. В зависимости от версии мобильного устройства эта функция может находиться в другом разделе настроек. Если же у вашего телевизора нет функции Smart, то для подключения с помощью этой функции вам потребуется купить совместимый адаптер. Желательно выбрать универсальные модели с поддержкой Miracast, Chromecast и AirPlay. Затем вставьте адаптер в HDMI порт и выберите на телевизоре соответствующий HDMI разъем, к которому подключен адаптер. Скачайте приложение по QR-коду на экране и подключитесь через него. Или же воспользуйтесь стандартной функцией беспроводного дисплея в настройках смартфона. Ну и напоследок еще один способ подключения с помощью специальной приставки Chromecast. Это еще одна технология беспроводной трансляции медиаконтента, но уже от Google. Для ее использования нужна фирменная приставка, которая подключается к любому телевизору через HDMI разъем. После подключения вы сможете просматривать видео из галереи и различных приложений, а также играть и проводить презентации, дублируя экран мобильного устройства на вашем телевизоре. Существует две версии данных приставок. Обычная версия с расширением Full HD и более дорогая с поддержкой 4K. Для подключения вставьте приставку в HDMI разъем телевизора и подключите USB кабель для питания. Переключитесь на HDMI порт приставки и подключите ее к сети Wi-Fi. Скачайте на смартфон приложение Google Home для Android или iOS. Откройте приложение и проведите первичную настройку, войдя с помощью своего аккаунта Google. Запустите контент в совместимом приложении. Нажмите иконку трансляции и выберите устройство Chromecast из списка. После этого вы видите картинку на экране телевизора. Это был последний из способов. Какой из них выбрать, зависит от вашего смартфона и телевизора, а также от того, для чего вам нужно такое подключение. Если вам нужно лишь просмотреть фото или видео с телефона, вам подойдет и способ подключения через USB. Если же нужно больше функций, нужно будет воспользоваться каким-то другим. Подключение по USB – самый устаревший метод. Воспроизводиться будут только те файлы, форматы которых поддерживаются телевизором. Из-за этого есть риск, что загруженные на смартфон фильмы или фото попросту не воспроизведутся. Самый простой и доступный метод подключения через HDMI интерфейс. Его поддерживает каждый современный телевизор и большая часть более старых моделей.
Даже если на мобильном нет HDMI разъема, то намного проще приобрести адаптер или переходник. У него небольшая цена, но зато вы получите доступ ко всему функционалу. Сможете воспроизводить любые медиафайлы, подключать другие устройства, к примеру мышь, клавиатуру или геймпад, и выходить в интернет. А на этом все. Надеюсь, данное видео было вам полезным. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока.